Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня мы перебрались в нашу старую локацию, чтобы распаковать, или, скажем так, пакетики я уже распаковал, но мы посмотрим с вами на керамические чехлы для смартфонов от Huawei. Также и для смартфонов Honor есть. Скорее всего, ни для кого не секрет, что у меня Mate 40 Pro. Частенько говорю о нем в моих видео и решил обновить для своей жены, у нее тоже такое же, и для себя, купив какие-нибудь элитные чехлы. То есть это тоже элитный чехол, у нас вот лампа, но иногда хочется чего-то новенького, помимо простого ширпотреба. И открываем коробочку. Я заказал два чехла. Себе и своей жене, как понимаешь. Поступают эти чехлы вот в таких вот сумочках. То есть первый раз такое вижу, что вот в подобных сумочках отправляли чехлы. Частенько бывает, могут, допустим, очечки отправить, но у нас вот такие вот чехлы. Распакуем, пожалуй, эти мешочки, посмотрим, как же это все поступает. Вот, это мой. Тут у нас, собственно, в таком пакетике и с такой вот пенопластиной. Внутри у нас соты для охлаждения смартфона, как они позиционируются. И написано HV Mate 40 Pro. Есть также для P40, P30, возможно, и для Nova 9, и для Honor подобных. То есть по ссылочке в описании, если я ее оставлю, будет либо ссылка, где много, и там уже сами разберетесь, кому что лучше будет. И вот наш второй чехольчик, все так же, в таком же виде, с керамическими задниками. Ну или очень, материал очень похожий на керамику, то есть он не гнется. Внутри он, получается, прорезинен, и вот здесь вот у нас керамика. Здесь, собственно, пластик. В наличии у продавца 4 цвета, то есть 2 из них вы видите перед собой, 2 стандартных цвета, белый и черный. Также есть голубой и розовый. Вот так будет выглядеть белый вместе с смартфоном Mate 40 Pro, то есть белый с черным смартфоном. Снять этот чехол, кстати, не так уж и просто, поскольку он не такой уж и гибкий, только сверху, где камера. И вот таким вот образом будет выглядеть смартфон с черным чехлом. То есть чехольчик, скажем так, достаточно элитный, стоит $15. Для Алиэкспресса это достаточно дорогая цена, поскольку там обычно долларов, не знаю, доллара 2-3 чехлы стоят примерно там, ну, если что-нибудь классненькое, допустим, что-нибудь такого, то тоже примерно 20 или 15 будет стоить, но этот чехол у нас с подсветкой, и такие чехлы, как правило, и так стоят изначально в магазине $80. В принципе, всем советую, то есть тактильные ощущения практически такие же, как и при использовании смартфона без чехла. То есть, если вам нравится использовать смартфон без чехла, но вы как бы боитесь там разбить или что-то такое, то есть это немножко такой 3D-чехол, то есть у нас тут загнутые боковинки, и, собственно, телефон тоже не скользит. То есть, но докупить поп-сокет, в принципе, тоже не проблема. Конечно, от этого пострадает он в дизайне. Есть такие поп-сокеты, которые накладные. Ну, конечно, в Алиэкспрессе мне их найти было достаточно проблематично. Вот такие вот чехлы. Да, то есть я только находил такие чехлы с керамикой только для смартфонов Huawei и Honor. И ссылочки, как всегда, будут в описании. С вами был Бен. Желаю вам всего хорошего и до свидания.